А это похоже на соревнования по иллюстрациям изречений Марка Твена, как здесь. Будем благодарны дуракам, без них мы не могли быть такими успешными. Или, скажем, здесь. Для того, чтобы быть здоровым, надо есть то, что ты не любишь, пить то, что тебе противно, и делать то, что ты не хочешь. Ну, как известно, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. И там много еще других изречений, которые все, значит, я озвучивать не буду.